Можете сохранить звук, который сейчас Рюджин сдала? Он был таким смешным. Я тоже это слышала. Это последний вопрос. Скажите, я тебя люблю на 5 разных языках. Хорошо. Мы в этом профессионалы. Вау, у тебя правда длинные ноги. Вы хоть понимаете, что мы говорим на нескольких языках? Да, я знаю их. Как я люблю эту песню. Лия действительно прочувствовала музыку. Можете сохранить звук, который сейчас Рюджин сдала? Он был таким смешным. Его все слышали. Да, правильно. Лучший игрок — Рюджин. Она правильно ответила на 3 вопроса. Она, как всегда. Из-за нее остальным пора в больницу. Покалечила нас всех. Лучший игрок получает 2 части пазла. О, тебе повезло. Рюджин получила подсказку. Вам нужно разделиться на 2 команды, чтобы найти подсказку. Лучший игрок может выбрать участников для своей команды, а остальные участники будут в другой команде. Разделитесь на 2 команды. Кто хочет быть в команде Рюджин? Мне все равно. Иди ко мне, если тебе все равно. Юна не выглядит счастливой. Нет, я правда счастлива. Вам надо взять Еджи. Тогда ты иди к нам. А Черен будет с Еджи. В любом случае, может быть, это и хорошо. Зато в вашей команде будет Лия. Команда Еджи и Черен против Лии, Рюджин и Юны. В секретном клубе появилась красная нить. Следуйте по красной нитке, чтобы дойти до места миссии. Если вы успешно выполните каждую миссию, то получите кусочки пазла. Тогда вы сможете узнать, где пропавшее ожерелье. Мы пойдем по этой. Да, мы эту себе берем. А мы тогда по этой. Мы будем вот так передвигаться. Иди, иди, давай. Стойте, нужно просканировать это место, раз мы секретные агенты. И что ты собралась найти? А ты принюхайся. Что ты имеешь в виду? Мы же должны найти кусочки пазла. Они ведут в разные места. Интересно, а предыдущие участники знают, что мы здесь? Нитки ведут в разные места. Они расходятся. Мы идем в разные стороны? Да, мы идем не вместе. Девочки, я не думаю, что нам сюда. Черен, мы должны пойти сюда. Куда? Мы должны идти здесь. Куда ты? Продолжайте в том же духе. Прочитай это. Это правило? Идзи, вы умеете играть в пинг-понг? Бросьте мячик для пинг-понга так, чтобы он приземлился в стакан с красной жидкостью. Если мяч попадет в чашку с жидкостью другого цвета, в наказание вы должны будете съесть пищу того же цвета. Чили перец для зеленого, лимон для желтого, вода для прозрачного и чай гусам для черного. Что такое гусам? Это горький чай. Но я не могу есть чили. Я тоже чили не могу есть. Придется Рюджин есть чили. Я могу позаботиться о лимоне. Кто будет первый? Я не хочу быть первой. Я пойду. О, это страшно. Давай. А если промахнулся, то идет следующий. Как это кидать? Вот так? Да, но не слишком сильно. Так или так? Бросай, как тебе удобно, но мяч должен отскочить только один раз. Померить решила. Что произошло? Померить решила. Попала с первой попытки. Я же говорила, что она хороша. Где камера? Возьмите меня крупным планом. Я еще из лука хорошо стреляю.
Я знала, что ты справишься. У Рюджин лучшая команда. Обалдеть просто. Мы дадим вам только один кусочек пазла. А разве не больше? Хотите еще попробовать? Вы должны еще нам дать. Давайте я попробую. Не вытягивай руку слишком сильно. Так как это ваша вторая попытка, мяч должен отскочить два раза. Ну нет. Ладно. Ну ты попытайся. Ну хотя бы просто вода. Я все равно пить хотела. Дважды невозможно. Освежает. Дважды. Это было близко. Думаю, это во мне проблема. Разве теперь он не должен подпрыгнуть больше двух раз? Что это было? Лимон для желтого. Лимон. Я и до съемок обычно ела лимон. Вкусно. Я знаю, она хороша в этом. Зеленый? Я не могу чили есть. Я съем за тебя. Хорошо. За один укус? Ты так себе в горло ткнешь. Тебе сейчас, наверное, риса хочется. Или самгюпсаля. Звучит так вкусно. И еще на раскаленном гриле. О, самгюпсаль. Может, ей повезет. Не стойте слишком близко. Я просто примеряюсь. Надо аккуратно. Снова лимон. Я съем его. Дайте мячик, пожалуйста. Мы бросаем мяч, а Рюджин все ест. Да, прости нас. Чай госам. Выпей чай с лимоном. Вкусно пахнет. Это надо есть с лапшой. А у нас разве лапши нет? С лимоном съешь. Это горько. Правильно, он горький. Просто горькое. Лия. Серьезно, что с тобой не так? Это просто Лия. Выпей и все. Она его выбросить хочет? На вкус как грязь. Я выпью. Нет, не пей, не пей, не пей. Я могу пить горькое. Давайте дальше. Уа, как круто. На вкус как раскимаша. Я знаю, в нем должно быть раскимаша. Хочешь лимона? Вкусни. Это не тот лимон, который ты уронила. Не тот. Лимон теперь сладкий. Давай. В туалет не хочешь? Да не, нормально. Сказали идти прям по нитке. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что заставили ждать. Здравствуйте. А, нам нужно карты переворачивать, чтобы найти подходящую, верно? А, здесь написано. Давай откроем. Ой, простите. Они сделали это для нас, а я сломала. Сейчас. У Иди должна быть отличная память. Не про нас. Нормальная. У вас есть 15 секунд, чтобы запомнить картинки на картах. Затем вам необходимо перевернуть все карты. И попытаться найти парные. Повернитесь. Сосредоточенно запоминают карты. Картинки запоминать трудно. Время вышло. Не врите. Теперь отвернитесь. Думаю, я несколько запомнила. Нам же сказали повернуться. Повернись, мы должны играть честно.
Мы из JYP, поэтому я должна быть первой. Первую и десятую. Откуда первая? Первая справа. Я сначала запомнила свои фотографии. Не собиралась, правда, но все же. Шестую и пятнадцатую. Я эти запомнила. О, нет. А, да, вот это. Еджи, шестая и четырнадцатая. Верно. Как теперь? Четвертая и двадцатая. О, нет, там Юна. Теперь я. Пятая и девятнадцатая. Опять права. Давайте сначала только одну перевернем. И седьмую. 23-я. И четвертая. 15-я и 11-я. Еджи отгадал почти все благодаря своей прекрасной памяти. 12-я и 22-я. 17-я и 3-я. 13-я и 21-я. Мы справились. Спасибо. Спасибо вам большое. Сразу следующая миссия. Разве не будет перерыва? Вам не кажется, что мы и так все разгадаем, даже если нам не хватит одного кусочка пазла? Было так близко. Опять лимон. Я съем лимон. Лия, как ты сюда вообще попала? Это просто случайность. Остановимся на этом. Да, давайте прекратим. Это последний кусочек пазла. Уже два кусочка. Зачем ты это ешь? Тебе не надо. Но это вкусно. Кусочки подходят друг другу. Разве это не карусель? Это похоже на карусель. Разве это не фотография того места? Нет. Надо пойти на следующий этаж. Вы лимоны любите? Осторожно с кожурой. Это был хороший опыт. А, нам туда идти? Пошли. Пошли по красной нитке. Нить, красная нить. Здесь торт. Торт? Еда! Ой,